Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, глава Минобороны Бенни Ганц и глава Минздрава Юлия Эдельштейн посетили Израильский институт биологических исследований. В ходе визита в Израильский институт биологических исследований Нетаньяху заявил, что разработка вакцин от COVID-19 является одной из основных задач для Израиля на ближние годы. По словам премьер-министра, если Израиль не получит вакцину от коронавируса, необходимо будет искать другие решения, позволяющие обеспечить полноценную жизнь без жестких карантинных ограничений.